ставишь мел и начинаешь вращать. Здесь обод хромированный, может, на нем ничего не останется. Не пишет. На резине мы делали. Нет, не на резине. Ну, на том велике мы делали на резине, отмечали. Ну, сейчас он. Это на резине. Резина может быть кривая. Да, резина кривая. Вот где отбьет, вот оно сейчас вот видно, где бьет. Вот. Вот оно где бьет. Вот начиная вот соска вот. А, вот рисует, там, рисует по кромке. По кромке вот. Да. Плохо. Почти нету. Значит, вот начинаем. Плохо, что по ободу не рисует. Угу. Вот. Оно вот видно по... По тормозам. По тормозной, что вот раз и начинает уже вот затирать. Вот как раз отмело оно пошло. Вот затирает, 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 вот уже пошло. Вот это можно чуть-чуть вытереть. Вот, теперь смотрим. Где самая центральная, самая большая. Вот прокручиваем, оно видно, что отсюда начинает чуть-чуть, а потом сильнее, 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 и потом опять меньше. Угу. Вот мелом отмечено. Теперь смотрим спицы, которые с этой стороны. С этой стороны. Вот, значит, вот одна с этой. Начинаем. Эту где-то четверть оборота отпускаем. Надо смотреть разные ключи. Может не подходить, ты понял? Пробуй другие. Это большой. 14. Вправо это натяжка, влево это отпускаем. Потому что влево этот гайка накручивается на спицу, получается, что спица сейчас нет, влево закручиваем это натяжка, отпускать вправо, вот пола четверть оборота эту сторону. Теперь смотрим дальше, эта спица чуть ближе, тут делаем пол оборота, отпускаем. И вот центральная получается, она центральная почти. И эту, значит, отпускаем где-то с полоборота. Вот чуть меньше. Вот еще чуть подпустим, так. Так, сейчас проверим. Вот, уже не трет, но все равно. Вот получается, что еще центральную, эту чуть-чуть отпустим, эту отпустим сильнее, и эту чуть-чуть отпустим. Глянем по тормозной, как оно сейчас, уже меньше чуть-чуть. Напротив теперь ту сторону. Теперь эту сторону чуть подтянем. Эту отпустили, эту подтянем. Значит, чуть-чуть закрутим. Эту закрутим, где ближе к центру, чуть сильнее. И это что на край, тоже чуть-чуть подтянем. Так, смотрим. Уже чуть меньше, но есть. Чуть меньше, но есть.
Значит, центральная вот у нас получается. Вот это центральная. На центральную отпускаем еще. Отпускаем оборот. Значит, что мало. Перед ней отпускаем с полоборота. И за ней еще с полоборота отпускаем. Так что с этой стороны чуть подтягиваем. Здесь следующую ближе к центру. С полоборота. За центром тоже с полоборота. Смотрим. Так, сейчас. Где мел? Смотрим, где мел. Уже стало намного меньше. Но есть чуть-чуть. Сейчас будем смотреть, где именно. С этой стороны, да, по-моему. Сейчас. Уже лучше. Понамного. Сейчас только надо. Вот еще где бьет. Там вроде бы, сейчас глянем, вот от соска, а ну как. Там почти выровнялось. Сейчас, а ну как, еще раз. Вот начинается, да, по-моему? Та сторона. Прямо как вроде ровно-ровно, а потом оп, и к тормозам начинает уходить. Да. Смотрим, где мел. Сейчас вот здесь еще идет. Немного, но идет.